Вот. Я считаю, что то, что вы сейчас говорите, очень важно, и спасибо, что вы это рассказываете. Расскажите еще раз, как вы делали, как раньше. Хорошо, ага. Пример приведите. Да, вот смотрите, Хасан Магомедович, я бывший спортсмен, я занимался греко-римской борьбой. Да. И я бегал кроссы. Я когда прекратил заниматься спортом, но 3-4 раза в неделю, через день, да, я бегал кросс обязательно, 2-3 километра. И начиналось все это так. Причем, значит, так, если весь день такой, я весь уставший, ну, знаете, 90-е святые, вспомните, 30-е, да, там Волга ноги кормят, да, приходишь никакой. Очень прессовано. У меня было два варианта восстановления. Первый, я вам не говорил сейчас, я жил где Приднестровье сейчас, город Бендеры, там были боевые действия в 92 году, да, и у нас река Днестр, она делает такую излучину, такой изгиб, и там где-то 3 километра от моего дома, я на машине подъезжал, да, значит, там большой высокий берег, и там был заход солнца. И я к 7 часам подъезжал туда, у меня с собой был термос с кофейком, я курящий человек, я прошу прощения, но это так, да, значит. И вот я ловил это, когда вот солнышко начинает вот опускаться, и когда, знаете, оно уже касается горизонта, а тут река. И получалось, я сижу, значит, на высоком, там берег высокий, а там низкий. И солнышко прямо вот так вот по воде проходит, знаете, вот этот вот лучик. И я как-то в трансе в таком, я вот сижу, да, я впадаю в транс, я смотрю, как солнышко садится вот так вот, да, значит. Я курю сигарету, смотрю, там кофеечек попиваю. Вы знаете, полчаса и все. Я понимаю, вот вы говорили, да. Вот этот интересный момент такой был, когда вы мне сказали. Пробег, что когда да. Вы находили момент синхронизации во да. время бега, то есть как-то вы делали взгляд наверх, да. и потом да. ловили вот этот ритм, как вы бежите. Да, да. То в этот момент как бы открывалось какое-то состояние, да. когда вы так могли бежать без утомления, долго, да. с удовольствием, да. легко, вот это состояние раскрытия вот в этот момент. Ну, еще раз вот эту точку да, расскажите. Хорошо. Это вот был такой вот у меня такой вот вариант, да, и одновременно я бегал кроссы через день, это было правило. Я просто, если я не бегал, то я больной себя чувствовал. Начиналось все так, то же самое, бегал обычно вечером. Причем так вот, приходишь с работы, ну, тоже 8-9, я мог в 10 вечера пробежать. Вот уставший, да, такой, вот, говорю, желание одно, знаете, на диван упасть и все, и в дрему. Я одеваю спортивный костюм, и очень важное начало. То есть я себя нисколько не насиловал, то есть я не это, вот это, знаете, бегом, там скорость нет. Я очень медленно, типа ходьба, спортивная ходьба вот такая, чуть-чуть ускоряюсь. И я вот как-то ловлю вот этот естественный такой вот ритмик. Я так очень, знаете, вот, ну так, я сейчас покажу. Вот так вот как-то покошачьи, так вот, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И я ловил, быстрее не надо, медленнее. И вот как-то так вот ловишь, да, и как-то вот ты, вот, как-то вот хлоп, он как-то вот вылавливается, это вот ритм, да, такой, значит. И идешь, значит, как бы вот расслабленно, да, ноги сами так идут. Я выходил из нашего жилого поселка, ну, массива, да, где там, ну, дороги, там машины, вся эта фигня, да. Выходил на трассу, она прямая такая, там сбоку лес и так далее, там это все. То есть там безопасно. И я тогда шел, и я даже просто поднимал глаза к небу, смотрю на небо, и оно само бежится. Не я бегу, оно, ноги сами идут вот в таком каком-то... Вот смотрите, вы говорите о том, что у вас наступает момент во время ходьбы, когда вы, или бега, когда вы улавливаете момент вхождения куда? Вхождение в какой-то бег. Там очень темпоритм какой-то, то есть... Там очень важно поймать, вот согласовать как-то внутренний темпоритм, да, с внешним. Внешний очень аккуратно. То есть это то же самое, что мы делаем вот при поднятии руками, движение, вот ловим, да, микродвижение. Здесь тоже как бы микро, скажем так,
здесь работаешь со скоростью, во, микроскорость, то есть играешь со скоростями. Знаете, можно ускориться, можно, знаете, вот так вот, типа, стометровку, вот так вот быстро. Это фигня на постном масле, это напряг, все. А тут как-то в релаксе. Я до этого занимался очень плотно аутотренингом по Владимиру Леви. Помните еще наш там этот? Помню. «Искусство быть собой» – это была настольная книга. И я вот это все в релаксе. Я просто летал. И вот здесь важно, понимаете, как-то вот, что получается. Я говорю, значит, о вот этой тренинге «Плыть по течению, либо сопротивляться», да, значит, то есть либо преодолевать момент. В нашей школе, которую мы проводили. Да, я прохлопал его, да, я записался, а потом меня выдернули куда-то. Да. Да. И смотрите, да, Хасаэль Магомедович, смотрите, там получается такая штука, почему-то, когда особенно, значит, у меня, значит, состояние были слабости, подавленности, ну, неприятности на работе, я там не сложилось, там, и так далее, там, личный фронт, вот, никакой, да, что называется, я одевался... Вместо того, чтобы пережевывать всю эту хрень, да, значит, всю эмоциональную, я одевался и начинал бегать. И я как бы чувствовал, что у меня как-то вот здесь вот что-то перещелкивается, как-то оно раз, приподнимается, и я как-то целостность обретаю. То есть... Я хочу, чтобы все обратили внимание, перещелкивается. То есть это происходит в какой-то момент... Да. От нового качества состояния. Да. То есть не постепенное его нарастание там или еще, а вот какой-то вот действительно момент размыкания. Вот как будто ты начинаешь воспринимать мир по-другому. Да, и знаете, вот я никак не... Вот у меня не получалось этим управлять сознательно. То есть вот этот момент перещелкивания, да, то есть управлять этим щелчком, чтобы так не получалось. То есть я его фиксировал, что я вот, знаете, просто вот я... стал, но работал немножко, знаете, это идиомоторная память. У меня был мой спортивный костюм, в котором я занимался борьбой. Он уже старенький, там, рваненький. Я маме говорил, она все собиралась. Я говорю, мама, категорически не трогай, скандал будет жуткий, не дай бог, нас заштопай. Здесь она уже все придет, она рвет. Не трогай, и все. Знаете, это как называется... Ну вот одеваешь на себя, допустим, рыцарь, да, одеваешь в доспехи, ты рыцарь, одеваешь вот придворное, ты уже танцор. Все условно-рефлекторные связи, это как талисман. Поэтому спортсмены всегда такие немножко суеверные. Да, есть немножко. И вот эта курточка моя, она еще старого качества, 100% ХБ, там, с начесом и так далее, там 15 лет, я ее просто вот дорожил. Я одеваю курточку, у меня слетает вся эта усталость, я уже готов выйти в бег. Я выхожу, и я, знаете, вот начинаю всегда вот так вот, легкая труса, вот так вот, чуть-чуть вот. Как бы вот так вот, чуть-чуть. И начинаю немножко, чуть-чуть добавлять скорости. Ловлю вот это вот. То есть, не максимально, а вот чуть-чуть снизу, вот чуть-чуть добавляю, чуть-чуть добавляю. Потом как-то вот оно, как-то вот, я раз поймал, что это как-то у меня такое вот, но я проскакивает мимо сознания. И я побежал в трансе, я побежал, вот так я иду, у меня легко, плечи не... Руки идут естественно, плечи не закрепощены. То есть вы вошли в какой-то ритм, приятный с самим собой, в какую-то синхронность того, о чем вы думали, совпало со скоростью движения, и разомкнулось, появилось состояние свободное, так? Хасай Магомедович, сейчас есть книжечка, если я потом вам перекину, ЦИ-бег, ну, то есть это... Бег в потоке, там, ну, сейчас модно, да, быть в потоке, там, жить, бегать в потоке, двигаться и так далее. У нас в Петербурге есть даже семинары какие-то, бег в потоке. Понятно. Люди, что... Правильно. Я просто хочу обратить внимание всех участников нашей школы. Сейчас это появится ЦИ не только в беге. Сейчас появится в работе, при написании диссертации, сейчас появится во время пения. Почему?
Механизм-то один и тот же. Да! Механизм лежит один и тот же. Вы же сами сказали, когда вы занимались аутотренингом по Леви, вы там тоже находили это состояние. Да, я летал. Вот что я хочу обратить внимание, на эти параллели, что когда вы занимались аутогенной тренировкой, вы тоже находили состояние, какое-то вот такое состояние внутренней свободности, что ли, вот это состояние другого качества, это особое состояние, там называется аутогенным состоянием. Да, да. Цигунь оно называется, состоянием Си, вот этот поток, да. Энергия. А в беге это называется, в принципе, когда марафонец или кто-то находит в беге ритм, вот эту синхронность. Второе дыхание? Второе дыхание, конечно. Блин. Ну, слушайте, так получается... Ну просто вот в чем вопрос, понимаете? Хасрай Магомедович, второе дыхание обычно они говорят, бегуны, когда долго ты не мог его найти, а потом вдруг через последние усилия ты вот вышел на него за счет контраста. Был сильный стресс сначала, сильный раздрай, потому что дыхания не хватает, сердце бьется и так-то, а тебе еще надо добежать, и у тебя нет внутренней согласованности, внутренний конфликт, и там да, напрягаешься, но усилием воли преодолеваешь себя, и в этот момент бах, и там оно открывается. Неправда. За счет этого контраста, как было и как стало, резкий взрыв эндорфинов, внутренние аптеки включились, они тебе помогают, клетки мозга обогащаются кислородом. И вот этот контраст, как было и как стало, оно воспринимается как вот, ну ты бежишь уже, ноги бегут на автомате, ты уже можешь обижать всю планету, в этот момент такой кайф. Вот эта мера кайфа, доза кайфа связана с контрастом. Механизм тот же самый, только вы с самого начала, если ритм найдете, у вас этого контраста нету. А если не нашли, а потом нашли, напряжение выросло, и на контрасте такой сброс, как будто бы вы месяц ходили в тяжелых ботинках, а потом вдруг сбросили, и поэтому легко бежите. Это дело тут в дозировках контраста. Но я хотел вот на что обратить внимание. Трудность описания этого состояния освобождения разделила людей на религии, да. Разделила людей на разные школы. Да. Вот это состояние освобождения, когда человек выходит на другое мировосприятие, когда то, что его волновало... Касаемо говоря, мироощущение, мироощущение, во-первых, и мировосприятие из мироощущения нового. Ощущалка меняется скачком, вот в чем дело. Да, то, и вот Будда назвал это нирваной, он назвал это просветлением, потому что... Вы да. Понимаете, что дело? Да. И появился буддизм, да? А мусульманские суфии назвали это состояние фана. Это состояние слияния с Богом, когда твое «я» растворяется в Боге. Это такое особое состояние, когда твоя личность и Бог как бы едины, ты растворился в Боге. Вот это состояние, то, что вы сейчас рассказываете. А в психоанализе это называется... Вот это просветление, что Будда назвал нирваной, а мусульмане назвали... Пробуждение, все. Просветление, это, самореализация, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Гуру, да, я есть, что, присутствие, что, сидим, да. Дух... А, да. Его трудно описать. Его трудно описать словами, и поэтому это понимание, оно разделяет людей. Понимаете, почему я вас, давайте мы сейчас на примере бега расскажем об этом, чтобы люди нашли у себя в своей памяти, что они 100 раз испытывали это прояснение, просветление и нирвану. Касаемо Магомедович, и в христианстве это есть и в Кабале, это везде есть. Везде, да, везде одно и то же. Это растворяется всей своей личностью, воспринимая свет как бы Божий, когда Бог свет Божий наливается в нем. Ну, там они по-разному это все говорят, но человек это испытывает 100 раз в день даже. Касаем Магомедович, ощущение внутреннего единства. И смотрите, я только сейчас, говоря вам, я понял удивительную вещь. Я читал
Анохина, там многих этих, там, значит, это для меня было актуально, знаете, творческая старость. Ну, вы понимаете, да, что после 50 я очень лет 10 отслеживал всех творцов, там, Казаков, да, в 70 лет режиссером стал, ну и так далее. В чем причина? В чем причина их творческого долголетия? И смотрите, по бегу. Долго-долго у меня зафиксировался неправильный стереотип. Не, вот только я сейчас это понял. Читал марафонцев, спринтеров, стайеров и так далее. Они говорят о втором дыхании, это все, это самое сладкое, это пик, на который они все ориентируются. Вот и все олимпийские чемпионы ловили этот момент, на этом выскакивали. И вот это было как фишка, как фетиш какой-то. Но у них неверное представление. Они это делают через... Через надрыв. Да, наверное. Через запредельное. Да. Потому что они вот я же и говорю, вот это состояние трудно объяснить словами. Смотрите. Слава Богу, мы нашли объяснение этому. Назвали в целом это объяснение. Там все удивительно смешно получается. Смотрите, я даже помню, знаете, изучал тему, значит. Ну, у меня верхнее психологическое образование есть. Я могу так полупрофессионально об этом судить, да. Измененные состояния спивака там и так далее, да. К примеру, через физику, через тело, да, человек говорит, ну, примерно дает технику, да. Я отжимаюсь от пола 20 раз. И он говорит так, вот ты отжимаешься до предела, 21 не могу. И вот здесь ты начинаешь себя... Да. Вот здесь контраст, да. Если ты еще пересилишь себя, ты выйдешь на автомат и будешь дальше делать с легкостью необычайно, это и будет второе дыхание. И ты влетаешь как бы в измененку, и у тебя там пошли вот эти как бы... Ты сам удивился, ты сделал ну 27-28, чего не мог. Понимаете? А здесь, Хасан Магомедович, я хорошо вспомнил, как я бегал. Я это второе дыхание сразу ловил в самом начале, в течение 5-8 минут. И все. Смотрите, буквальная аналогия. Когда мы делаем, вот как ваши классики, да, руки поднимаются, руки опускаются, не получается, да, хорошо, ловим, делаем движения гармоничные, так, туда. Мы делаем микродвижения. Микродвижениями мы найдем этот резонанс, да. Синхронизацию, и вдруг выходим на это состояние. Да. И вот даже через микродвижение вот кисти, я вчера вечером делал всю ночь уборку, и я, когда выносил старый диван, я возвращаюсь, я иду и кручу вот так вот руками, и мне кайфово, понимаете? Вот. И вот даже таким микродвижением я встраиваюсь в этот какой-то глобальный, вот центральный для меня биоритм, я его цепляю этим микродвижением, пальчиком даже, да, вот так, вот таким вот движением. Да, вот почему мы там, у нас есть и палец Хаджимурада упражнение, почему перебор там, лыжник. Да. Ну, то, что мы сейчас говорим, это очень важно для всей школы, потому что, чтобы все участники понимали, что мы это делаем для того, чтобы именно... небольшими усилиями встроиться в общую... Микродвижение. Хасан Магомедович. Да, микродвижение. Да. Найти синхронизацию маленького с большим. Да. То есть именно как раз как бы раствориться с Богом. Ну, да. Условно говоря, метафорами, да. Хасан Магомедович, вот смотрите, я сейчас вам примерно показываю немножко, как я бегаю. Я начинал так, сейчас, вот, глядите. Я начинал так. Начинал примерно так. Вот, значит, я не сразу бегал, да, значит, я начинаю так, примерно на месте я вот так вот потанцовываю, такая потанцовочка, да. Потом я делаю вот такие маленькие шишки, вот так вот. Тук-тук. Потом я, знаете, вот, похоже на, знаете, это, есть ходьба такая, как спортивная ходьба, вот. Спортивная ходьба, когда вот человек идет вот так вот. Быстро, да, значит, вот это. И вот где-то начиная так вот, я с обычной вот такой, вот гармоничная такая потанцовочка, да, так вот поймал, так тихонечко, ту-ду-ду-ду-ду-ду, выхожу на спортивную ходьбу немного, да, медленную, не торопясь. И тут начинаю чуть-чуть подаваться вперед, чуть-чуть вперед, бегом. Бегом надо немножко как бы, чуть-чуть падаешь телом, корпусом, чуть-чуть немножко вперед западаешь, да, вот. Я побежал. И знаете...
И если я это сделал, вот так вот, падение вперед, вот это значит... Если вы нашли резонанс, если вы нашли синхронность, если да, вы... Да. Сохраняем. Когда вы делаете движение вперед, и в этот момент согласовано настолько, что вы легким действием пошли, раз и как-то вы вышли сразу на состояние. Правильно? Да. И вот знаете... Что я вам хочу сказать? Сразу хочу по ходу сказать. Женщины, которые имеют более интуитивное проникновение в эти вещи, они же это легко находят, когда они танцуют. Да. Женщины любят танцевать. Да. Почему? Потому что они микродвижениями вот этими выходят сразу на это состояние. Поэтому им, наверное, не понять, что там мужики между собой все время спорят, там правы или не правы, там кто-то прав, кто-то не прав. Там, они же по-другому устроены. Им не дискуссии нужны, им польза нужна и сохранение жизни человечества на Земле. Они же как мать. А мужики, они более так в поиске чего-то, какой-то истины между собой конкурируют. Вот они создали все религии. А мужики создали религии, а женщины в них верят. Потому что на самом-то деле им-то все равно, кто создал это. Главное, чтобы польза была. Главное, чтобы потомство сохранить. Главное, чтобы мужика своего сохранить. Чтобы жизнь на планете сохранить. Им же это важно. Они легко находят это в танце. И вот если бы, допустим, вы сказали 15 лет назад, ребята, в психоанализе, когда человек выговаривается, непрерывный поток речи, когда у него происходит согласование между мыслями и речеобразованием, между, как говорится, психикой и физиологией, между духом и материей, когда происходит гармония, у него наконец происходит освобождение. Да, освобождение происходит. Если бы вы это сказали 20 лет назад и сравнили с бегом, как да, они бы не могли уловить связи. То, что мы говорим о беге, вызывает одни ассоциации, то, что мы говорим о психоанализе, совершенно другие. Потому что там привыкли говорить психоанализ. А дело-то не в психоанализе там, а дело именно в речевыговаривании. Как у нас женщины тоже выговариваются и успокаиваются, потому что они все эмоции отреагировали. Так вот здесь, вот самый главный момент, объяснение вот этого состояния, наступления этого состояния, растворения собой себя в мире, в природе, во Вселенной, в Боге, когда целая и часть согласованы. Вот это... Объяснить любому человеку. Вот у меня вчера был парень, он говорит, я вот делаю, значит, его зовут Иван, отличный парень, он говорит, сейчас на любом участке Москвы стоят вот такие вот, типа качалки вот такие вот с такой штучкой, то ли для детей, для взрослых, там встанешь, и он тебя раскачивает вот так вот. Не там для того, чтобы не держаться, а сохранить равновесие, надо внутренне расслабиться. Я как-то легко, говорит, раз, и у меня там происходит отмыкание внутри, какое-то отмыкание, и я чувствую весь баланс, мне, говорит, держаться не надо. Я, говорит, спокойно качаюсь, чувствую весь баланс, вот это состояние размыкания... Безмыслие, когда вдруг створки как бы... Пустая голова! Как с фокусировкой как-то связано с глазами, с глазодвигательными мышцами. То есть как-то оно вот куда-то вот так вот щелк и все. Да, вот это объяснить трудно, само состояние. И поэтому и возникли и мусульманство, и каббала, и возникло христианство, потому что вот это состояние внутренней свободы, вот это вот, когда человек это испытывает, трудно описать словами. Вот это слияние части, вот меня, Хасай Магомедович, состояние с целым. Хасай Магомедович, это словами, вот это вот. Хасай Магомедович, это вне слов. Это объяснить. Это вне слов, это словами не описывается. Вербальный диапазон беден. Он это не, это просто что-то вот, знаете, вот я и природа одно и то же.
Вот я и вот это все, мы одно целое. Как-то вот мы в резонансе. Это называется резонанс вот со всем вот окружением. Просто мы входим в резонанс. И фактически эти миг... Слушайте, я только сейчас понял, моя ошибка. Я несколько десятков лет, я все пытался, значит, вот это измененное состояние транса и так далее, прочие вещи, да, через сверхусилие. То есть вот, когда уже все никак, штангисты, берешь, да, и вот он отжимает. И вот жмешь, да, 15 раз. И да. Вот надо... А я хочу сказать, когда они в точке максимального усилия находятся, они доводят все напряжение свое, все недореализованные обиды, все проблемы жизни и так далее, до максимального напряжения, а потом кладут, и вот там они получают отдохнуть. Да. Вот после это как в беге, когда ты пересилил себя, и потом бежишь да. налегке. Вот они довели себя штангой. А другой довел себя какой-то, каким-то отчаянием в конечном счете. Он уже в состоянии кризиса психологического. В таком жутком отчаянии, когда он потерял надежду, когда потерял веру. У него тоже происходит вот это максимальное напряжение. И там происходит преодоление. Потом он вдруг сидит и думает, да пошли они все. И у него начинают появляться новые мысли. То есть два пути есть. Есть путь восточный, о котором вы говорите, ЦИ, энергия да. ЦИ. Да. Это, так сказать, пристройка, пристроиться к волне, да. к восходящему потоку, войти в ритм бега, войти в ритм работы, войти в ритм стихотворения. Это вот восточный путь. А есть путь западный. Перебороть себя, усилие воли – это внешний путь, это путь внешнего усилия на себя. Поэтому Запад создал бокс, а Восток создал вот этот вот цигун там и прочие единоборства и прочее. А вот теперь послушайте интересное явление. Я просто еще раз хочу обратить внимание, в основе всех религий лежит вот это состояние слияния с Богом. Вот это растворение личности – с Богом. Это когда часть с целым соединяется максимально. Максимально. Вот у суфиев это называется состояние, вот этого особое состояние называется фана. Фана. Вот это состояние в психоанализе тоже называется просветление. Но про это я уже говорю, что... Катарсис называется. Катарсис у них называется. Да. Да, потом, значит, в христианстве это называется... Как это называется в христианстве? Ну, исихазм это, но чувство... В исихазме это есть такое. Молитва Богу, внутренняя молитва Иисусова, молитва непрерывная, непрерывная самодвижущаяся молитва, когда она сама движется. Вот. Ну, это интересно с батюшкой с каким-нибудь поговорить на эту тему. Мы найдем... Есть несколько батюшек, с которыми можно говорить об этом. Есть ряд батюшек, продвинутых. Ну вот с ними надо поговорить. Да. Потому что я абсолютно убежден, что людей разделяет миропонимание. Да. А на самом деле у них одно и то же, просто называется в разных местах по-разному. Язык их разъединяет, потому что этот человек, вот спортсмен ко мне вчера пришел и говорит, я вот когда нашел вот этот баланс, мгновенно, как щелчком у меня открывается, я вдруг нашел баланс, как правильно стоять на этих качелях, чтобы не упасть. Да. Вот это состояние совсем другое, чем в обычном состоянии. Я говорю, ну расскажи мне, как это, ну что это за состояние? Ну он говорит, представляете, это такое состояние, я становлюсь на этот тренажер, на эти качели. Ноги трясутся, мне надо крепко держаться, чтобы не упасть. И в какой-то момент я, говорит, нахожу в себе что-то, что у меня раз, меняется сразу мировоззрение, мироощущение. Я чувствую весь баланс, я спокойно стою, говорит, на них, и мне даже тренироваться не надо. То есть появляется устойчивость. Вот стержень, да? И поэтому, когда люди узнают, а ради этого школа «Человек будущего» работает наша, «Человек будущего», «Homo Futurus», чтобы провести параллели вот этого объяснения, этого состояния освобождения, что оно у нас у всех есть в памяти нашего детства, оно у нас есть и в юности, оно у нас есть и в работе, и там, и там, и там. И оно же есть как раз-таки и во всех религиях, надо просто объяснить.
что это природная структура работы нашего мозга, когда мы находим именно ритм совпадения нашего телесного действия с текущим состоянием головы. То есть, когда йога же так и называется, союз ума и тела. Это же есть йога по существу. Там так называется. То есть по существу люди разделяют между собой различное понимание, как называется одно и то же. Вот, как называется одно и то же. Они одно и то же в разных религиях, и в разных школах, эзотерических, и в школах там саморегуляции. Ну, в аутотренинге это называется аутогенное состояние. Хасан Магомедович, можно я отметил еще второй, не менее важный факт в моменте бега, да, и который, значит, не оценивается должным образом, как он есть. Смотрите, в чем фишка, да, значит, я бегал, ну, достаточно много лет, систематически, лет 6-8, и это была система, то есть я настолько пришел, ну, вот втянулся, что если я, допустим, пропускаю бег, я себя чувствую разбитым, мне не хватает движения, вот этого допинга, да, двигательного. И вот смотрите, как получается. Я вот сейчас прокручиваю киноленту, да, я анализирую моменты. Два момента. Первый. В беге два момента важны. Первый, значит, начинаешь входить, встраиваться в волну сразу же. Вот это вот. Занимает 5-8 минут. Все. Начиная ходьба, спортивная ходьба. Чуть-чуть начинаешь западать вперед. Чуть-чуть начинаешь. Ну, знаете, как вот. Вот-вот-вот-вот-вот, побежал, вот переходишь, плавный такой переход, и как-то ловишь, и какое-то время еще тебя немножко дербанит, да, ты так вот бежишь, значит, как-то вот так вот, но уже в русле, но еще пока не выстроился. Минут через 10-15, да, ты уже полностью весь втянулся в этот поток, процесс, да, идешь. Я обычно, значит, вот выбежал, выходил, как раз мне хватало, чтобы выйти из нашего микрорайона, да, значит, где там внимание, значит, выходил на трассу, значит, чистая, спокойная, да, вечер, пустая трасса, машин нет, и она широкая и безопасная, да. И вот тогда уже идешь и как-то в свои мысли погружаешься, в свои дела, ты, и не замечаешь даже, как бежишь. То есть в трансе бежишь. Я очень любил очень красивое небо. Я любил в небо. Я тогда же вот так вот смотришь, ставишься, еще я так как-то себе отмечал, что, ну, смотри за машинами, да, отмечай немножко. И вот небо. И важен второй момент. Смотрите, для того, мы говорим сейчас о послевкусии. Послевкусие. Вот как у штангиста, который вот это потом раз, и фу, его догоняет релакс, это послевкусие физиологическое, да, вот это самый кайф, вот тот, ради чего. Смотрите, чтобы было реальное, сильное послевкусие, организм должен пропотеть. Я обращал внимание, просто я не раз, знаете, иногда торопишься, ну, как бы на мало времени, да, пробежался все так вот, и вернулся, и у меня привычка сформировалась, значит, я сравниваю свое состояние до и после. И эту, ищу, смотрю эту дельту, маленькую разницу в ощущениях, вот интегральное такое, целостное, да, вот вверх, либо что-то не то, что-то не хватает и так далее. И я сделал вывод, вы знаете, вот, значит, максимальное послевкусие, кайфовое, то есть полный релакс, шел, если я, значит, пробегал, допустим, скажем, обычно бег занимал у меня до 40 минут, больше не надо. До 40 минут. Вот эти двухчасовые, трехчасовые, это перебор, это насилие над организмом. И потом в процессе, как-то где-то года через три, я поймал эту тему. Я бегу, да, легко, да, значит, и у меня начинается потоотделение. Открываются поры. Не то, что я там, вот, знаете, вот как-то что-то вот такое сильно начинаю, и меня аж градом течет. Нет, там слабость, еще что-то. Нет, я начинаю потеть. У меня куртка, она мокнет немножко, она влажная становится. И вот я бегу, значит, я так немножко легенько так это потею, да, значит, и я горячий, я теплый, мне не холодно. Хасай Магомедович, я бегал зимой в майке, в штанах спортивных, босиком. Это понимаю. Вот да. Лучше, что мешает людей понимать друг друга. Да. Внешние признаки – потеть, бежать,
надеть куртку, она мокрая. Вот эти внешние признаки, они мешают людям понять, что все это делается для того, чтобы в конечном счете выйти на вот это состояние, когда растворки открываются, и ты как бы, а у нас это называется ключ, да, вот, когда ты открыл себе состояние этим бегом, или молитвой, или там психоанализе, или когда ты утром пробуждаешься, и еще лежишь, и, как вы сказали, смотрю на облака, вот я бегу, вот что там у вас происходит? Взгляд чуть выше уровня горизонта, да, правильно? Да, глаза поворачиваются наверх. А когда молится человек, он же то же самое делает. Он, Господи, обращается к Богу, тоже глаза поворачивает. То есть это единый психофизиологический механизм. Я это говорю как специалист по психофизиологии. Вот эта структура. Поэтому это так необычайно важно, о чем мы с вами сегодня говорили, потому что мы проводим эти параллели между буддизмом, между психоанализом, между бегом, между танцами. Девушки танцуют, они входят в этот ритм микродвижениями, они входят туда. Вот вам приходится больше как-то туда, чтобы войти там. Вы говорили, приходится даже вот куртку маме говорить, чтобы она ее не убирала далеко, вы ее сохраняете. Не, потом... она выбросить ее хотела вообще, она вся дрявая. Я говорю, не-не, штопай все, да. Категорически. Ну, она, да. Пахнет, она пахнет мной. Да, ну на самом деле вы когда ее надеваете, она вам помогает напомнить то состояние, да, предвкушения, что вы хотите получить в результате бега. Вот Амосов, великий академик Амосов, который учил здоровому образу жизни, он говорил, надо делать физкультурные упражнения по сотни раз. А знаете почему, я говорю? Потому что, нет, я не с ним разговаривал, я видео смотрел, но я всем говорил в школе в нашей, почему Амосов так мог говорить? Потому что он не знал просто, что он входил в это состояние и там мог делать не сотни, а тысячи раз. Да. А другой-то не входит в это состояние и не знает об этом. А Амосов не знал, что тот не входит. Вот же в чем дело. Если бы Амосов ему рассказал о том, о чем мы сейчас говорим, и показал бы ему до того, как войти в бег или в физкультурные упражнения, просто раскрепоститься немножко, он бы быстрее вошел и в танец, и в бег, и в молитву, и так далее. Потому что у меня же мусульмане и христиане, которые верующие, они тоже применяют ключевые действия, после этого им легче сосредоточиться на молитве. Вот же что интересно, что раскрепощение, степень раскрепощенности помогает быстрее войти в бег. Потому что если человек исходно зажат какими-то проблемами, ему там настроиться труднее в этот резонанс, в этой деятельности. А если он сначала снял раскрепощение, то сначала мы берем более простые действия, которые каждому легче сделать, а потом уже приступаем к более сложным. Если перед бегом, перед защитой диссертации, перед пением там, или еще идешь там осваивать новый язык, перед этим, если сделать раскрепощающие действия, которые человек найдет себе сам по нашей схеме ключа, то он в любую эту деятельность, и в бег, и в обучение, и в беседу, он войдет более свободным. А если он так делает несколько раз, у него воспитываются навыки. Вот это хорошо, что мы объясняем сегодня цель основного применения ключа. Основное применение ключа и всех наших занятий, и наших общений заключается в том, чтобы мы поняли, что в каждом из нас творец, и мы обучаемся микродвижениями, даже просто навыком, выходить вот на это состояние освобождения. Когда мы начинаем воспринимать мир целостным, и мы там не видим места для противоречий, мы там все противоречивые конфликтные моменты, мы там начинаем понимать, как гармонично устроена природа, как прекрасен этот мир. И уже с этой точки зрения относиться и к людям, и к самим себе, то есть находить мир в себе и в мире. И делаться более гуманизмом, гуманистичным, оптимистичным. И находить сегодня, когда мы не знаем, ну какой же выход, что будет завтра, у нас страх завтрашнего дня.
находить энергию, чтобы понимать, что и как делать, и как помочь себе и ближнему. Давайте мы в следующий раз еще раз поговорим на эту тему, но уже более конкретизированно, именно для вас то, что нужно. Хорошо? Хасай Магомедович, вы позволите, я хочу отметить два момента. Да. Смотрите, первое, значит, то, что дается ключ, он, можно сказать, условно, в кавычках, дается в статике. То есть мы стоим, и мы начинаем микродвижение ловить, мы плаваем, мы двигаемся, мы ловим, да, и нас повело, да, мы качаемся, мы синхронизация биоритма, да, все так вот. Мы сейчас задели неожиданно вопрос о беге. Это получается ключ в динамике. А ключ... Ключ в динамике. И смотрите, вот вы коснулись Амосова. Я как раз его размышления о здоровье, причем я отмечу, что журнальный вариант «Науки и жизнь» самый первый, он самый сильный. Потом книжные, это более слабые варианты. Там очень сильные вещи. Амосов тоже, я как сейчас помню, что меня поражало, значит, он своих пациентов, у которых делал операцию, вшивал клапаны на сердце, на третий-четвертый день люди, ну вот все медики, все, это было, они говорили, ты с ума сошел, ты их убьешь. Он говорит, нет, встал бегом, все, бежать. Так вот тут момент такой, вот тут очень важный момент. Объяснял ли он им, как бежать правильно, чтобы быстрее... Я думаю, да, потому что он говорил о спортивной ходьбе. Он как раз говорил о беге между спортивной ходьбой и легеньким-легеньким бегом. Чуть-чуть, бег трусцой. Вот такой, легенький. То есть он инстинктивно понимал, как надо бежать. Основная эта аудитория не понимает, о чем речь. Да, они думают, что как спортсмен все... И вот все и понеслась. Ну, поэтому-то и в молитве есть свои особенности. Да. Поэтому в молитве это не просто так перекрестился и пошел. Там, когда человек обращается к Всевышнему с чаяниями, с надеждами, с просьбами, и когда он ходит в определенный ритм вот этой молитвы, тогда, собственно говоря, он и получает вот это соединение, растворение со Вселенной. И у него тогда появляется новая сила, как же. Так это пустонские старцы и так далее, они же как... О, Господи, это целая тема. Мы потом еще поговорим, но сейчас мы будем фокусироваться именно на конкретно беге. Для каждого. На беге. Мы сегодня вот это все рассказываем с вами для того, чтобы все участники школы поняли. Угу. На самом деле, для чего вот этот путь? Чтобы, когда мы понимаем, куда мы двигаемся... Куда двигается школа? Чтобы находить в любой деятельности соответствующий ритм. А мы вот примеры приводим, как это в беге работает, как это работает в танце, то же самое. Девушки могут вспомнить, как они танцуют, что они при этом испытывают, когда они входят в резонанс с музыкой, с танцем, с партнером, что они при этом чувствуют. Хасай Магомедович, можно второй момент, я как говорил, именно про танцы я хотел. А сейчас про бег, если можно, я сейчас... Я припоминаю, да... Как раз Амосов давал акцентированную установочку, значит, что нижняя вот база, да, на что ты опираешься, на ходьбу спортивную. То есть ты не просто идешь, ты немножко чуть-чуть ускоренно идешь, и это твоя база. И от нее ты начинаешь двигаться чуть-чуть в сторону бега. Пробежал, но если чувствуешь немножко задышку, я помню эти, я раз 6 читал его книгу, вот это «Размышления о здоровье». Я был тяжело болен тогда, у меня был энцефалит, и я искал вот все, что... Мне не помогали ничего, я искал вот что сверхчеловеческое, ну, за пределами академической медицины. И вот он там говорит, чуть-чуть чувствую дискомфорт, опять сдал назад на спортивную... Понимаете, да, ритм. Начинаешь, играет ритм, вот. И смотрите, что важно еще. Смотрите, наша... У него тоже было, у него тоже был такой критерий, что ты должен бегать и до пота. Это было очень важно. До потоотделения. Потоотделение произошло, хорошо, можно заканчивать. Возьмите Бориса Николаевича Ельцина. Никто его не любит, да, хрен с ним, значит. Но он, его долголетие было в бане. Все, хоть тресни.
Баня, потоотделение. Мы соединим это. Мы же говорим, что по существу, когда человек в баню ходит, мы в школе у нас было занятие, когда я объяснял. Банный веник, это когда тебе вот так хлещут, а ты напрягаешься, расслабляешься. И мы же эти примеры приводим, что в конце концов все пазлы сошлись. Да. Конечно, и баня полезна. А как же, о чем тут речь идет? Хасай Магомедович, смотрите. А где она моделируется, эта баня? Когда человек бежит, у него эта баня сама происходит. Смотрите, Хасай Магомедович, я что хочу подчеркнуть. В беге, еще раз, в беге два момента. Первый момент вхождения, да, в биоритм, то есть когда ты ловишь свой и побежал. А второй момент, если ты достиг, я просто анализирую, да, у меня был ряд бегов, ну беговых моментов, да, когда я бегал без пота. Либо холодный, либо еще что-то. И были, знаете, очень вкусные после ощущения, после действия. Вот это после вкусия, да, вот такое, ну просто вот, ну думаешь, ну блин, ну как же так? Я весь день, я просто, знаете, я вагоны разгружал психологически. У меня такие эти, а 10 часов, а я себя чувствую, знаете, вот сейчас я готов сесть, да, и составлять 2 часа, 3 часа сидеть бизнес-план. И звонить партнерам, значит... Вот вы вышли на это, как освобождаться от этой просто, как вы говорите, прокрастинация, там, самосаботаж. Освобождаться, да. А теперь мы сможем это делать, если даже не имея дороги, по которой бегать, потому что, допустим, на улице снег, если сегодня нельзя бегать, времени нету. Потому что на самом деле ключ помогает нам моделировать все эти состояния. Как, например, в беге вы сейчас. Вот, моделировать, да. Пропотевание происходит. А человек, который не бегает, ходит в баню, это пропотевание делает. А у нас то же самое. Мы как раз говорим, что когда в бане его хлещет, он напрягается, расслабляется. Поэтому, когда он напрягается, расслабляется и без бани, и без веника, у него то же самое происходит. Да. Вот эти все объяснения очень помогут всем участникам школы быстро двигаться вперед и находить себе в любых формах физкультуры, в любой работе гармонию, ритм, чтобы они быстрее туда выходили через это, на состояние вот этого, когда целое соединяется с частью, и когда решать их насущные проблемы помогает природа. Помогает природа. Гармония с собой и с миром. Я вам очень благодарен за беседу. Сейчас мы ее выставим в школе, и мы с вами завтра встретимся вечером. Хорошо? Хорошо, да. Что-то вы хотите. Хасан Магомедович, смотрите, я хочу вам поделиться, у меня мысль мелькнула, коммерческого толка, да, и причем, смотрите, запрос к вам, кстати, это как разрешение и дальнейшее, да, смотрите, идея такая. Слышали такую вещь, как интуитивные танцы? Такое слово. Есть. Интуитивные танцы это попытка через музыку как-то войти в это состояние, но через музыку, да, то есть навязанный внешний ритм. Там очень подбирается очень. У нас в Петербурге есть Иллинсказ. Он там сын, у него там отец массажист, то есть человек немного интуитивно очень, очень мудрый внутри. Мудрые движения, мудрая физиология, и он понимает эти интуитивные вещи. Я был у него на интуитивных танцах, темновато там, значит, нет резких дел, там просто так вот тихонечко входит, да, люди раскачиваются. И смотрите, у меня такая мысль возникла, я когда вот смотрел, по-моему, вот даже с таблеткой или раньше даже, я подумал, ёлы-палы, если этим людям сначала дать ключ, да, конечно, Господи, чтобы они поймали, а потом в интуитивные танцы, это будет что-то феерическое. Они просто, даже не поймав, уже сделав несколько элементов ключевых приемов, а потом начали искать. Да. Раскрепостившись, пойдут в эти танцы, они быстрее там все поймают. Да, Хасай Магомедович, смотрите, просто... Я даже как бы вам такое, значит, закончить у вас курсы инструкторов, да, и смотрите, как это выглядит. Вот смотрите, просто между нами, да, я говорю. Вот, допустим, скажем так, интуитивные танцы. Раздельно, да, для старичков, условно, для тех, кто прошел ключ, ну, прошел эту базовую фишечку, да, значит, кто в теме. Они спокойно идут и начинают танцевать. Новички, с ними отдельная работа, полчасика. Просто, ребята, понятно. Встали,
этом поговорим. Поговорим. Поймали, поймали. Так, человек поймал, да, все. Я понял, я понял. Я понял. Зал. Самый, ну, в кавычках, тупые. Понимаете, да? Что вы предлагаете? Вы предлагаете теперь, шутя, сказать, оставить без работы всех тренеров фитнес-центра. Да! Всех психоаналитиков. Оставить без работы всех практических психологов. Оставить коучей без работы. Вы представляете, меня же убьют потом. Нет. Амосов-то прожил сколько лет, Амосов? Амосов сколько лет прожил? Амосов сколько лет прожил? 80, по-моему. Сколько? Он, по-моему, долго жил. Он 82, что-то, он очень долго жил. Да, что в таком возрасте он оперировал. Оперировал, да. Не просто так жил, он оперировал и спасал миллион. Да, да. Есть бабушка одна, детский хирург, а ей 78 лет, она до сих пор 5 раз в неделю операции до 10 часов. Это фантастические бытие. Я абсолютно уверен, вы можете поинтересоваться, что у нее происходит. Но она находит это состояние в себе. Да, иначе никак. Поэтому она долго живет. И вот сейчас мы возьмем, найдем какого-то миллиардера, олигарха, да, который хочет долго жить. Мы ему дадим ключ, и он будет... Мы дадим ключ до долголетия. Да. Чтобы он жил долго за и это. Получал вот удовольствие. И, кстати, он станет добрее, и он будет помогать людям. Это сделает благое дело для всех людей на планете. Да, да. Да, таким образом можно. Можно. Касай Магомедович, никаких претензий там-то, коучи, они, ну, это и хлеб, да, пусть это. Я это сказал, просто... шутя, пусть они повышают свою квалификацию, пусть они развиваются, пусть они знают метод ключ. Но когда они это применяют, обучают других людей, пусть ссылки делают. Да, это... Стало народное, теперь даже они позволяют себе некоторые не ссылаться. Откуда взяли там статьи, что-то, там вообще даже уже упоминаний нет. Касай Магомедович, я воспитанник старой советской школы, я занимался изобретательством, я знаю, что такое... Ужасное слово плагиат. Не дай бог, ты не сделал ссылку, тебя обвиняют. Культура называется. Да, в том я веке... тоже изобретатель, как и вы. Я вас обнимаю. До завтра. Спасибо. До завтра. Хорошо. До связи.